Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю вкуснейшую рыбку, а именно тушеную скумбрию с овощами на сковороде. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте, и обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить! Для рецепта я использую обычную свежемороженную скумбрию. Рыбку я уже заранее подготовила для того, чтобы не забирать у вас ваше драгоценное время. Я ее очистила от внутренностей, хорошенько помыла и нарезала на небольшие вот такие вот порционные кусочки. Рыбу нужно посолить. Добавляю перец черный молотый. Также добавляю приправу к рыбе. Ее вы можете купить в любом магазине. Все перемешаю и рыбу оставляю в таком виде в холодильнике на 30 минут. Подготовлю овощи. Лук нарезаю тонкими четверть кольцами и его нужно обжарить на растительном масле до легкого золотистого цвета. Пока лук обжаривается, морковку натираю на крупной терке. Лучок у меня подзолотился. К обжаренному луку добавляю морковку и все обжарю приблизительно 5-7 минут. У меня был нарезанный соломкой и замороженный сладкий перец. Его добавляю к овощам, все перемешиваю и обжарю еще 3 минуты. Овощи посолю. Добавлю перец черный молотый. Также добавляю сахар, томатную пасту. Все заливаю обычной водой комнатной температуры и хорошо перемешиваю. В сковородку к овощам выкладываю рыбу. Вот так это все уже аппетитно выглядит. Сковородку плотно закрываю крышкой и рыбу с овощами протушу на небольшом огне приблизительно 30 минут. Тушеная скумбрия с овощами на сковороде готова. Так, открываю крышку. Посмотрите, какая получилась вкуснятина! Рыбка сочная, нежная, и овощи чудесно дополняют ее вкус. Блюдо получилось очень вкусным. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления рыбы, и вы ее приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!